Актерский состав, который возглавляет Бенедикт Камбербэтч, это коллекция жемчужин. Бенедикт и умен, и остроумен. У него есть все, чтобы играть доктора Стрэнджа. А вас как? Вонг. Просто Вонг? Как? Адель? Такой состав, что дух захватывает. Я играю Кристину Палмер, врача-реаниматолога. У Стивена с Кристиной роман. А когда его жизнь начинает рушиться, то эти отношения становятся все более и более напряженными. Ты говорила, что моя травма – это еще не конец. И что можно по-другому спасать людей. Работать с такими потрясающими актерами – это очень высокая планка. Тильда, к примеру, великолепна в роли древней. Она владеет магией, обладает настоящим волшебным мастерством. Посредством мистических практик мы укрощаем энергию и формируем реальность. Я тоже был на твоем месте. Мой персонаж открывает доктору Стрэнджу двери в этот таинственный мир. Я чувствую силу в нем. Но готов ли он? С Бенедиктом Вонгом я уже не раз снимался. У нас перебор. Два Бенедикта в одном фильме. Вонг занимается подготовкой новых учеников. Я заведую книгами. И если украдут хоть одну, ты умрешь, не успев выйти в город. А если корешок порву, лишусь здоровья и абонемента? Marvel представляет «Доктор Стрэндж».